Здравствуйте, дорогие братья и сестры, подписчики проекта «Батюшка Лав, Батюшка Любовь». Приятная, но и неожиданность. Одна из подписчиц нашего проекта из Сочи передала для наших деточек детского дома подарочки. Какие подарочки вы сейчас увидите? Дорогие мои, посмотрите, сколько с вами всего мы купили для деточек, для наших из детского дома. Много-много-много всего, много гостинцев, подарочков. Все отправится к деткам. Такие настольные игры, ходилки. Вот, детки не только будут играть, но и учить азбуку, буквы, животных. Вот, здесь с циферками. Еще игры девчонкам, куклы, трусики, носочки. Вот сегодня я докупила. Конфеты, соки. Что у нас тут еще? Мыло девчонкам вот для личной гигиены накупили. Зубные щетки, пасты. Ну, канцелярия здесь у нас что? Тут карандаши, фломастеры, краски, пластилин. Альбомы, тетрадки. Думаю, деткам нашим понравится. Такой будет привет им из нашего города Сочи. Хочу сказать еще большое спасибо Мариночке. Я только вот приехала от нее с Кудепсты. И вот Мариночка сделала для деток, которым будут переданы гостинцы, вот такие петушки на палочке. Помните, как в нашем детстве тоже было самое лакомство любимое? Сами дома делали. Вот такие вот подарочки. Вот вчера привезли мне, ой, ничего бывает, вот такие вот сумочки, в которых все это расфасовано. Мне очень отрадно, очень я рад, что наш проект уже не только такие вот духовные, словесные, может быть, труды приносит, но уже и в какой-то мере материальная поддержка нашим деточкам, в частности, детского дома, реабилитационного центра. Вы увидите чуть-чуть дальше, как эти подарочки доберутся для деточек. Спаси Господи, мои дорогие. Сейчас я еду в наш реабилитационный детский дом, бывший детский дом, сейчас реабилитационный центр. Ну, деточки также, скажем так, нуждающиеся внимание, заботы, там очень маленькие деточки, вот 3 лет. И вот везу сейчас подарочки, которые одна из участниц собрала, как вы видели. Сейчас я буду подъезжать, сниму этот реабилитационный центр по максимуму, сколько смогу. Заботимся и делом, и словом. Словом, конечно, поддержим, а дело — это милость, которая угодна Богу. Как вы помните, в одном из евангельских чтений Господь сказал: «Не хочу жертвы, хочу милостыни». Добродетель. А добродетель только можно угодить Богу. Ну вот, как я и обещал, аккуратненько я проезжаю. Это вот реабилитационный центр станицы Ленинградской. Историческое название — Уманская. Такое закрытое, скажем так, заведение. Сюда допускаются как бы только родители, специалисты. Вот, игровая площадка. Ну, тут все условия, постоянный медик, все для деточек, которые оказались в тяжелой жизненной обстоятельстве. Вот он, наш бывший детский дом. У нас с вами чуть-чуть особенный день. Есть такой большой, хороший проект, называется «Батюшка Лав, Батюшка Любовь». Это батюшки в нем участвуют, многие верующие люди общаются между собой. И вот одна из верующих женщин, девушек, передала вам подарки и письмо из Сочи. Вот здесь конфеты, игрушки, всякое белье, там, трусики, всякие игры и тому подобное. Много-много разного. Мы с вами ради интереса откроем и посмотрим. Но сначала я прочитаю ее письмо для вас. Хорошо?
а вы внимательно послушайте. А может, это просто нет, это честно я говорю. Я ж вас никогда не обманываю. Да, я никогда вас. Все, слушай. Дорогие, милые мои девочки и мальчики, шлю вам свой огромный и теплый привет из солнечного города Сочи. Надеюсь, каждый из вас хоть раз когда-нибудь бывал тут, увидел пальмы, Черное море и забавных дельфинов. Но если кто не был, может быть, когда-то и побываем, да? Меня зовут Инна. Мне очень хочется познакомиться с каждым из вас. Хочу, чтобы у вас все-все было хорошо. Чтобы все детки были здоровы и счастливы. И чтобы порадовать вас в эти пасмурные весенние денечки, я вам решила передать гостинцы и подарки. Но вам честно скажу, что она обращалась к другим хорошим людям, которые помогли эти подарочки, в том числе, вам передать. Надеюсь, вам понравится. Я их выбирала и собирала с большой любовью для вас. Чуть потеплеет у вас, я обязательно приеду к вам в гости, будем знакомиться, может, вместе поиграем в игрушки, игры и будем рассказывать интересные истории и есть сладости. До скорой встречи, мои дорогие. Храни вас Господь, ваша Инна. Почему-то радуга. Ну, наверное, разноцветная, интересная. Вот такие вот мы трудимся, а люди видят, как мы вас, мои родные, любим, ценим и обнимаем. Ну, давайте ради интереса посмотрим, хотя бы в любой возьмем и посмотрим. А там они одинаковые? Тихо, Максим. Наверное, разные. Максим. Я первый попавшийся открываю. Вау. Есть мои шапочки какие-то. О, меня, меня. Так, ну-ка сядь. Ну и тут книжки разные и тому подобное. Ну, я думаю, в каждом будут тут всякие конфетки и тому много-много. Это все для вас. Воспитатели вам все раздадут. Ну вот мы вручили подарочки деточкам. Море радости. Спаси Господи Инну и всех, кто с ней потрудился. Это был проект «Батюшка Лав, Батюшка Любовь». Мы делимся любовью с ближними нашими, с деточками, пожилыми людьми. Мы говорим о Боге, мы говорим о христианской любви. Храни вас Господь! С вами был священник Константин Мальцев. Проект «Батюшка Любовь, Батюшка Лав». Храни Господь!